В МВД Абхазии прошла рабочая встреча министра внутренних дел генерал-майора милиции Роберта Киут с первым заместителем министра внутренних дел Южной Осетии полковником милиции Ярославом Мамеевым. Роберт Киут отметил важность развития двусторонних отношений, подчеркнув символичность визита братьев осетин в памятный день 31-ю годовщину начала Отечественной войны народа Абхазии. Генерал-майор Киут поблагодарил членов южно-осетинской делегации за вклад, внесенный осетинскими добровольцами в ходе войны в Абхазии 1992-1993 годов. В свою очередь, Ярослав Мамеев выразил благодарность за оказанный абхазской стороной прием и пригласил Роберта Киут с ответным визитом в Южную Осетию. Во встрече приняли участие заместители министра внутренних дел Абхазии Руслан Ажиба, Беслан Чкадуа, Тенгиз Нормания, заместитель начальника штаба МВД Южной Осетии Владимир Гасиев.